Ошондо деген биз бүгүн мамлекеттик материалдык резервтердин кампаларын барып көрүп келдик. Бул болсо дагы бир кампанын дагы ичиндеги дарыларды карап келип, азыр деген ковидтин биринчи толкунунда билесиздер. Эң негизги көйгөй болуп ошол дары-дармектердин жетишпей алганда болду да. Ошондо ызычууда болдук, паникада болдук. Дарылардын баалары кескин түрдө 15 миңге чейин жетип калган убакыт болду. Бир четинен биздин элибизди жоготуп жатсак, кээ бир адамдарыбыз бизнес жасады, спекуляция кылып. Ошондуктан мамлекет бул оор июлдун мындай кара июль деп биз айткабыз, ошол убакыттан бир сабак ала тургандай кылып мамлекеттик матрезервке атайын дарылардын келе жаткан 3 айга мындай запас болсун деп дары-дармектерди мына биз инспекция кылып азыр кыдырып жүрөбүз да. Ошондо эми баарына эле белгилүү 4-түнчү ар бир ооруканада азыр протоколдор бар да. Бүгүнкү күндө 4-түнчү протокол менен 29 дары-дармектердин саны менен эң негизгилери кампаларда турат. Толук 3 айлык запасыбыз менен турат деп мына эми инспекция кылып атабыз. Бул мамлекеттик матрезервтен анан жеке компаниялардын складтарында эске алып атабыз да. Бүт Кыргызстан боюнча ар бир мамлекеттин башкы дарыгерлери, ошо главврачтар деп биз айткабыз, алар деген департамент лекарственного обеспечения ФОМС аркылуу, Минздрав аркылуу өздөрүн мынча бизге дары-дармек керек деп туруп, кызыл зонада мисалы иштеген доктурлар деле запастар боюнча мына ушундай запростор беришет да. Ошол дары-дармектердин керектүү саны региондордон келип, Бишкектен бизде бир формироваться этип ошол региондорго да жөнөйт да. Ошондо Бишкекте, Ошто деле жеке компаниялардын фарм компаниялардын складтарынан деле дарылар азыр бүгүнкү күндө келе жаткан 2 айга толугу менен бар деп, мына биз бир күндө бир жолу республикалык штабты өткөрүп атабыз коронавируска каршы. Мен ошол штабтын жетекчиси катары региондордо ар бир область деген мына отчет бүгүнкү күндө мынча бар деп бизге беришет. Эми бул матрезервдин ичиндеги толук менен эмелерин айта албайт экенмин, бирок запас боюнча айтып кетсем, келе жаткан 3 айга деп мындай 2-3 деп бул жол менен көтөрүлүп кетсе эми 2 ай болуп калат. Орто цифралар менен 3 ай болуп калат экен. Ошондой запастар менен биз даярданып турабыз да. Наверное, и самим гражданам сейчас нужно понять, что запасы есть, и массово скупать лекарства домой, запасаться смысла нет. Ну, конечно, во-первых, у людей в июле, я понимаю, начался ажиотаж, потому что в протоколе лечения не было антикоагулянтов. Основной ажиотаж начался вокруг гепарин, кликсана, вы знаете, да, вот антикоагулянтов, там в таблетках это ксарелка. И люди, которые, то есть сами, даже здоровые граждане, способствовали тому ажиотажу, закупая в себе впрок лекарства. На сегодняшний день, вот я бы призвала граждан не паниковать до такой степени, потому что эти лекарства нужны для стационаров, для лечения в больницах, да. Ну, может быть, там где-то врачи какие-то там консультации в частном порядке дают, но закупаться там целыми коробками и домой прятать, как в прошлый раз было, уже не надо. То же самое объяснить, что когда спрашивают, есть ли запас там этих ИВЛ, да, ИВЛ – это самая такая уже сложная такая стадия лечения. А тут прозвучало несколько мыслей о том, что есть ли планы по модернизации вот условий хранения лекарств? Вы минусы. Очень хороший вопрос задали. В первую очередь, за 30 лет Кыргызской Республики мы так и не построили свой современно оснащенный соответствующим как бы с градацией температурного режима склад медицинский. Я буквально в смысле, вот сейчас мы обсуждаем, говорим об этом, что в самое ближайшее время, наверное, нужно озаботиться тем, что у нас должен быть свой медицинский склад. Что такое медицинский склад? Там должен быть регулятор температуры. Некоторые лекарства, вот, допустим, которые в помещениях технических госматрезервов, где сама администрация сидит, они уже перенесли вручную туда, температурный режим хранения от 2 до 20 градусов идет. А большие ангары, которые вот еще с Советского Союза, вы помните, для хранения там продуктов питания, там стройматериалов, они же не приспособлены, там нет температурного режима. И как раз-таки на территории госматрезерва, вот мы сейчас прошли, посмотрели, я увидела несколько гектаров свободной земли. Почему бы нам именно там, на месте этой территории, не построить государственные склады медицинского назначения? И считаю, что это проблема, которой, да, сначала вот мы занялись обустройством больниц, переквалификацией там каких-то медицинских кадров, там обучение кадров. Но вы понимаете, все равно существует нехватка кадров. То, что десятилетиями их обучали, у нас, ну, за такой короткий срок невозможно восполнить весь кадровый резерв. Но, по крайней мере, государство со своей стороны должно обеспечить в первую очередь это
лекарствами. И сейчас все говорят об антикоагулянтах. Вот, то есть у людей вот это вот панический такой страх, который был в июле, не хватило там клексана, гепарина. Вот на этот раз такой паники не должно быть. Со своей стороны, правительство, мы контролируем, чтобы в частных аптеках не повышался этот... не повышались цены на самые необходимые лекарства именно вот для лечения ковида. То есть завтра у нас состоится встреча с представителем фармкомпании, где мы также будем об этом говорить и обсуждать. Время тяжелое, это война с коронавирусом, а на войне, мне кажется, все должны как бы сотрудничать путем диалогов, слышать друг друга и понимать. Я надеюсь, что наши граждане, которые сейчас ходят на большие там, как, мероприятия, да, постараются в первую очередь заботиться о людях старшего поколения и уязвимых, и тех, кто болеет хроническими заболеваниями, потому что они в большой группе риска.